Курская творческая интеллигенция сегодня пришла в драматический театр с особым чувством. Во-первых, 2014-й объявлен годом культуры. Во-вторых, Валерий Рудской предложил поговорить по душам. Надеюсь, что получится откровенный разговор. По крайней мере, хочется услышать, вот, чтобы была вот эта связь. Потому что здесь такая вторая, другая сторона открылась бы нам. Потому что здесь не только чиновники, здесь не только администраторы, здесь наши курские творцы, ведущие. И у каждого, конечно, свое видение и много чего, может быть, наболевшего. А хотят работники культуры в основном одного и того же. И артисты, и художники, и музейщики, и библиотекари нуждаются в господдержке. В этом году они особенно рассчитывают на финансовую помощь государства. Проблемы, какие есть, они решаются постепенно, поэтапно. Это и проблемы с ремонтом. Это ремонт в экспозиционном корпусе, это и издательские проекты, которые будут профинансированы в этом году, это и экспедиции. В 2014-м сложилась парадоксальная ситуация. Вроде бы год тематический, а расходы урезают. В Минкульте сейчас с деньгами сложно. Курская область в ближайшие 12 месяцев планирует потратить около 80 миллионов рублей. Благодаря подписанным 4 постановлениям губернатора, это постановление, связанное со столетием Свиридова, раз, с 90-летием Носова, два, с проведением конкурса имени Свиридова, три, и с план проведения, с проведением года культуры, 4. Вот. Эти постановления в совокупности дают нам 80 миллионов рублей. Куряне, конечно, не останутся без праздников, конкурсов и фестивалей. Но, по мнению Валерия Рудского, не это главное. Акцент надо делать на развитии материально-технической базы. В этом году комитет по культуре планирует сделать ремонт в нескольких учреждениях, закупить хоть немного новых музыкальных инструментов. Мы наконец-то делать планетарии будем, аппаратуру, которой давно не было, чтобы показывать на сфере это звездное небо и все, что должны быть делать. Мы наконец-то на ФЕТа выделяем в этом году почти 20 миллионов рублей. На усадьбу ФЕТа. Представители районных учреждений сегодня понадеялись, что за большими проектами не потеряются маленькие сельские дома культуры, клубы и библиотеки. Именно там сосредоточена вся культурная жизнь глубинки. И в деревнях тоже хотят смотреть кино, читать новые книги, ходить на концерты. А в тематический год руку помощи им точно должны протянуть.